Всем привет! Это Вася, и вы на канале Twins Plus MF. Сегодня у нас будет обзор Лего мини-фигурок. Мы решили заказать одну и ту же мини-фигурку в трех разных местах и посмотреть, где будет дешевле. Вот эта вот мини-фигурка пришла с Wildberries. Что хочу сказать? Она была не запакована, то есть просто фигурка. Ну, то есть не надо тратить лишнее время на то, чтобы распаковывать. Единственное, только открыть ее. Вот здесь вот наклейка со штрих-кодом. Ну, яркая упаковка. И это 21-я серия. 12 мини-фигурок в серии, в коллекции. Пришла она 22 августа, то есть через 11 дней после того, как мы ее заказывали. Ну, в принципе, это недолго, нормально. Стоила она 320 рублей, но по скидке мы ее смогли купить за 288. Сейчас будем ее распаковывать. Вот здесь вот попалась вот такая вот мини-фигурка. И с какого-то племени, наверное, с какого-то дикого острова. Вот, это вот такая вот конструкция. Давайте посмотрим вначале ее. Вот здесь вот есть пчеловод, дельфин. Кстати, я больше всего, наверное, хочу вот эту вот фигурку, потому что здесь есть дельфин. Вот здесь показаны сложные фигурки, как их нужно собирать. Но вот эта вот несложная, ее будет просто собрать. Вот, у нас вот такая вот. Получается, берем ноги, туловище. Голову. Потом даем ей щит. Вот такая вот мини-фигурка. Что хочу сказать по поводу мини-фигурки. Из аксессуаров у нее есть щит и какая-то дубина с лезвием. По поводу принтов, они есть у нее везде. На ногах, на руках, на теле и на голове. Также у нее есть аксессуар на голове, какой-то шлем в виде леопарда или какого-то животного. У нее также есть два лица, а второе вот такое вот доброе. В принципе, мини-фигурка хорошая, и за такую цену ее брать стоит. Ну, конечно, там может попасться и любая другая, но вообще в этой серии все фигурки достаточно. Сейчас у нас на обзоре вторая мини-фигурка, она пришла на AliExpress, с AliExpress пришла. Цена 573 рубля, вот, подороже, чем на Wildberries, и... Она бесплатная доставка. Ну, то есть, бесплатная доставка пришла бесплатно. Потом она пришла за 19 дней. Заказали мы 11 августа. Пришла она 30. Ну что ж, давайте будем ее распаковывать. Мальчик с самолетом. Так, что инструкция здесь такая же, как всегда, как и у других мини-фигурок. Так что особо ничего не делается. Инструкция как инструкция. У нас относится не к сложным мини-фигуркам. И можно вот так вот. Давайте ее соберем мини-фигурку. Так, соберем вот так вот. Вставляем винт. Кстати, здесь есть две запасные детальки. И это мне нравится. А, это девочка, а не мальчик. У нее здесь вот такие вот волосы есть. И идет вот такие вот очки. Даже шлем с такими вот очками летательными. Как у пилота. Ну, что можно сказать по поводу мини-фигурки? У нее имеется шлем с очками пилота. Также есть принты спереди и сзади. У нее есть два лица. На одном у нее открытый рот, а на втором закрытый. Сзади у нее имеется принт в виде большого пропеллера. Это деталь самолета съемная. И у нее есть вот такая вот прическа.
Сейчас у нас на обзоре последняя мини-фигурка. Она пришла с Озона. Пришла она за 9 дней. 20 августа заказывали мы 11. Мы все фигурки заказали в один день. Вот. Ну, что могу про нее сказать? Доставка была платная, стоила 524 рубля. Ну, а сама мини-фигурка стоила 499 рублей. Давайте ее распакуем. И вот такая вот мини-фигурка. Так, давайте распаковывать мини-фигурку. О, это божья коровка. Сейчас подниму голову. Давайте собирать ее. Посмотрим инструкцию сейчас. О, кстати, редкая деталь крылышек. Она, по-моему, раньше в Лего не попадалась, насколько я помню. Если вы знаете, что она попадалась, напишите, пожалуйста, в комментариях. Божья коровка, давайте ее соберем. Так, на листик вот посадим божью коровку самую. Так вот, два лица. Радостное вот такое вот. И тоже радостное, но закрытым ртом. Вот такая вот. О, из резины сделан шлем божьей коровки. Вот такая вот божья. Давайте посмотрим эту мини-фигурку поближе. Есть принты спереди, есть деталька божьей коровки, это очень прикольно. Крылышки запринтованные, сзади принтов нет. И она имеет также два лица. Вот такое вот второе лицо. Ну что ж, подведем итоги. В ценовой категории победила фигурка с Wildberries, которая стоила 288 рублей. Ну, это, в принципе, нормальная цена за мини-фигурку Лего, особенно, ну, не такую уж старую, вот. Ну, эта цена, в принципе, сравнима с теми, которые продаются в детском мире или в Бубльгуме, вот. Такой вот, как это сказать, наверное, человек с острова. В категории доставки побеждает мини-фигурка с Озона. Это божья коровка. Пришла она за 9 дней. Вот, так как остальные мини-фигурки пришли за 11 или за 20. Такая вот прикольная мини-фигурка. Ну, пришла достаточно быстро, и мне это понравилось. Вот. Ну, а мы подходим к концу этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока!